перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет, ёпта. Сто лет меня нигде не было, и я вернулся. Вернулся. Научи распальцовкам, я сам не умею, я просто. Такие дела, мэн. Скоро выпуски будут новые. Отсняли кучу выпусков там просто. Атмен. Атмен. Такая хуйня. Салам, как там в Майами? Жарко просто, пиздец. Ну сейчас не жарко, а было очень жарко. Карина Петрова, 33-60. Смотрите. Спросила у меня, когда дрочишь, что бормочешь? Привет из 2018 года. Ты где? Я дома. Ваши фейсы давно спалили, почему в Москву ходите? Хочу, хожу. Такие дела. Я твой рот и пал. Кого ты там ебал, блядь? Иди ложись спать. Праздники закончились сегодня. Завтра в школу, братан. Покажи свой лук сегодня, вот, ёпта. I'm gangster, nigga. Где ты был так долго? Я нигде не был. Отдыхал, man. Или girl, или man. Где ты учишься? Я уже отучился, ёпта. Опа. Такие дела, недавно тусили с пацанами. Охуенно потусили. Салют из Курска. Курск в обратку летит, салют, мэн. У тебя длинный или короткий волос сейчас? Длинный. Эту жизнь пришлось отрастить. На чем паришь? На говне, братан. Когда новый альбом? Угу. Скоро. Ждите, ёпта. Привет из СПБ, мэн. И тебе. Привет всем городам России, мэн. Везде был, всех обнял. Е.
На фестивале ВК будете выступать? Вроде как. Да. Наверное, вроде, да. Когда выйдет новый выпуск по расписанию, ёпты. Ты играешь в пупк? Нет, не играю. Смотришь Холостяка? Каждый день смотрю. С утра просыпаюсь, в интернете нахожу Холостяк. Так, что там Егор Крид отчебучил в этот раз? Охуенно. Смотрю каждый день, каждый божий день. Просто бабац. И вам советую, Холостяк — лучшее шоу. Что по бейсменту? Все работает. Если есть кто из моих краев, приходите записывать свой музон, забивать тату и вся хуйня. Е. Сколько тебе лет? 15. Вам, пацаны, поставили Лукас. Заходите, Басмен Самара. Е. Покажи хуй. Так. Это пацан. Пацан, зачем тебе мой хуй? Ответь, пожалуйста. Как относишься к видеоиграм? Охуенно. Охуенно, пацаны. Где твои губы? Вот мои губы, ёпта. Yes up, GPM, what's up, нига? Капец ты лох, бля, базаришь. Как там пелось? Лохам тут не место. В этом клубе, где все знают Тимати, зоны знают Тимати, погоны знают Тимати. О да. По зрению херово, минус какой-то там. Когда выпуск с БРБ? По расписанию, все по расписанию. Скучно, именно так. Если бы было бы весело, я бы не заходил сюда хуйней торговать своей. Много шашлыка съел за выходные. 5 люля-кебабов я съел за выходные. И 7 грибов. Класс, класс. Вася, ты шо, ушатанный? А ты шо, под Киевстонера косишь? Про таких, как вы, все сказал. Где народ? Сейчас включу фейс опять. Перед гостем, мэн. Запросы. Запросы, короче. В запросах ничего интересного. Паш, техник, я вызываю тебя. Так. Что еще интересно? Я вот все интересно рассказал. Больше ничего нет интересного. Как тебе клип Киркорова? Песня забавная. Я, правда, уже забыл, о чем она, но забавная.
Что-то там про синий. Синий пацан. Типа Лизер поет. Не знаю. What's up, Максон? How you feeling this bitch? Не капюшон, а труба. Ебой. Да, цвет настроения синий. О, да. Бля, пиздец. Здрасте, здрасте. Расскажи, как ты девственность потерял. Шел, короче, я как-то по улице. Такой, лазю по карманам и нету. Вот так вот я ее и потерял. Трезинь, нега. Пемп, какой размер ноги? Просто Джорданы завалялись без дела. Может, тебе подарить? Не, нахуй не нужны кроссовки. Вообще, похуй на них. Хочешь прикол? Давай прикол, приколимся. Смешно. Смеемся вместе. Да, Максон, погода я ебал. Сегодня что-то вышел, короче, и вспрел, как тварь. Какой последний фильм тебя впечатлил? Не знаю. Сегодня смотрел Константин. Изгоняющий дьявол, ёпт. Там ходит с дробовиком, крестом и лупит всех. Вот эта тема. Хочу быть как Киану Ривз. Киану Ривз — это моя ролевая модель. Если вы видели его картинки, его фотки, где он грустный, вот Киану Ривз — это моя ролевая модель. Такая хуйня. Ты видел дис охрипа на босса? Господи, господи. Дис охрипа на босса, господи. Видел. Где народ? Я больше не популярный. Все. Я заигрался в рэп-игру, пацаны и девчонки. Ебалом не торгую. Выпускаю говёное музло. Это жизнь. Понимаете? Заебашь тоже диск. Мне лень. Так, вон еще один человек прилетел. Чё какой грустный, хуец сосал невкусный. Братан, и тебе из 2018 года привет. Расскажи, как там жизнь в 2010-м? Цены на нефть еще нормальные, бро. Живем отлично. Ты пьяный, что? Чё за ныне? Угораю, мне вообще поебать. Q
Какие у тебя планы на сегодняшний день? Сегодняшний день заканчивается, планов вообще нет. Такая тема. Сколько жмешь от груди? Как говорил МЦ Богомол, я выжимаю 100 кг от груди. Хуй в твоей глотке, похуй, что ты говоришь. Увидел твою суку, подумал, что Азиз. Богомол и Янг Пимп, Нига Сын Париж. Классика. Какой же ты уютный, ёбаный в рот, да-да. Ты носишь линзы? Нет, не ношу линзы, ношу очки. Пиздец, тебе не жарко в маске? Смотри, у меня маска, ёпта, вот, блядь, тряпочка, нахуй. В ней не может быть жарко, понимаете? Такая тема. Почему щуришься? Потому что я слепой. Можно микрофоном не шуршать? Нельзя. Чё хочу, то и делаю. Мой прямой эфир. Видел арты про себя и босса. Как реагировал на них? Мне вообще, блядь, всё равно. Я не живу в интернете, не сижу в интернете, не смотрю фанфики, не смотрю картиночки. Не смотрю мемесы, не подписан на всякие группы с мемесами. Не спрашивайте, я старый. Я не шарю вообще. Где очки проебал? Втором этаже. Блять, промахнулся. Будет новый альбом, будет новый альбом, мэн. Точнее, там не мэн, там... Girl, girl, будет новый альбом. Не смотрю фанфики, но тем не менее знаю, что это. Конечно, я знаю, ёпт. Мне нахуй миллион людей написало. Ёпт, ты видел фанфики? Видел фанфики? Если хер, что я знаю, что это такое. Знаю, что это такое, не знаешь, что... Ты будешь за этим следить, смотреть и читать. Я просто знаю. Какой у тебя телефон? Хуёвый. Какие планы на лето? Подкачаться. Привет из Башкирии. Два брата крутит. 12-летний пёс, да съебались нахуй странцы, пишет куча единичек. Бро, не надо, тут и так мало народу. Если они еще уйдут, это все, это конец. Я проиграл в этой рэп-игре. Привет из Сочи. В Сочи в обратку летит. Сочи охуенный город. Респект.
Темп, как дела? Обычно. Когда фитонешь за маем? Есть уже. Как относишься к мошенникам? Негативно. Так, давайте еще какие-нибудь смешные вопросы. Чё, как думаешь, стоит жить вообще? Конечно, стоит. Жизнь заебись. Жизнь — это круто. Где твоя маска Шанель? Потерялась. Точно так же, как моя та штука и другая штука. Если ты понимаешь, в чем я. Ты бомж именно так. А себе мошенником считаешь, типа, столько сердец украл у малолеток. Е-мен, панчлайн, просто выстрел. Как относишься к балласам? Ублюдки Грув Стрит застрелят их всех. Какой цвет волос? Я блондин. Как, сколько у тебя денег? Ой, нет у меня денег. Я бичара. Грув Стрит фор лайф. За СиДжей двор стреляю в упор. Сладенький мой кореш, мэн. Пемп, у тебя есть татухи? Нету. О, мэн, о, мэн. Что думаешь о White Punk? У него прикольная прическа. С чем жишка? С говном. Единственное, что ты понимаешь, это Буку с Параши, Саша. Сань, хуй соси. Ты рэпер? Нет. Я MC. Ты скучный. Именно так. Я скучный. Смени прическу, тебе не идет. Где ты могла видеть мою прическу? Расскажи мне, пожалуйста. Привет всем, кто был новый. Точнее, кто новый, пришедший сюда. Ты. Какая прическа, что вы несете? Лакшери стайл, привет. Чё ты тормоз такой? Да, именно так.
Как к скрипу относишься? Заебись. Скриптонит красавчик. Спорт это жизнь, спорт это жизнь. Занимайтесь спортом. Не проебывайтесь. Это даст вам плюсиков в карму. Ходишь в салон красоты. Каждый день хожу. Как тебе депо? Депо красавчик. Депо ж крутой. Какую песню Бузовой с утра слушаешь? Не хуй его знает, я не помню название песни. Я просто включаю микс Бузовой и слушаю его. Такие дела. Какой трек Егора Крида слушаешь на ночь? Я не слушаю Егора Крида, я смотрю «Холостяк». Каждый день. Темп ты заебал. Так, маслину словил. Нет. Так, ебать. Да. Камень, ножницы или бумага? Раз, два, три. Футбол смотришь? Нет. Смотрю. Нога затекла. Слушаешь Ghostman? Нет, не слушаю. Смотришь Дом 2? Конечно, смотрю каждый день. Вы что, не смотрите Дом 2? Кто смотрит Дом 2?
Кому вообще в музыке даешь предпочтение? Ольге Бузовой. И чё, как по кайфу Дом 2? Дом 2 это жизнь. Дом 2 и холостяк. И песня Ольги Бузовой. Как, блядь. Ольга Бузова топ. Бузова в тебя пробка кинула. Анальный. Ха-ха-ха-ха-ха. Как же Киркоров? Не, Киркоров это слишком, слишком фрешмен. Вот, Бузова это стиль. Кто там у тебя в комнате? У меня нет никого в комнате. Вот смотри, ёпта. Нет никого. Оп, все нахуй. Здравствуйте, здравствуйте. Ольга Бузова, наш президент. Кончилась жижа. Вот отстой. Бузова или Кизару? Конечно же Бузова. Ой, блин. О чем вообще разговор? Бузова топ. Бузова. Великий человек. Ведет нас к светлому будущему. О, вот это да. Я опять упал. Замутить фит с боссом и жираху? Нет. Фиты только с Бузовой теперь будут, простите, ребят. Сейчас вот так сделаю, ёбаный в рот. Падение, Black Hawk Down, нахуй. Что у тебя с голосом? Сломался. О чем бы с Бузовой спел? О жизни.
Как стать успешным? Спроси у Ольги Бузовой. Она знает лучше меня. У меня всего 500 человек в прямом эфире. Пальцы белые в коксе. Чё, блядь? А, вот этот? Это краска, бро. Все проще, чем ты думаешь. Что за фигня с царем? Вообще не знаю. Как стать Ольгой Бузовой? Усердно работать. Все, что я могу ответить на этот вопрос. Ты пупок чистишь от катушек? Нет, у меня нет пупка. Как живется с Лиской? Так, подождите. В смысле, вы до сих пор прикалываетесь с этой хуйни? Ой. Пьем, когда батл с Бузовой, никогда. Она мой кумир. Вот ты не ответил на вопрос про кошака. Я расстроился, я ухожу. А чё отвечать-то, ёпт? Где кошка? Где-то спит, наверное, я не знаю. Если скучно, гоу в доту. Я не играю в доту. Это неинтересно. Ебать. Ты на Витфесте будешь. Я не знаю, где я буду вообще. Где-то буду, наверное. А может и не буду. Я не знаю. Сколько ты весишь? 25 килограмм. Вот ты не ответил на вопрос про краску. Мы уходим кушать. Потому что не хочу отвечать на вопрос про краску. Какая вам разница, откуда у меня краска на пальцах? Ёбаный рот. У меня пятка чешется, что делать, бро? Почеши. Все просто. Ой.
Бро, сколько классов закончил? 3. Я тупой. Так, что тут у нас, ебать? Из девушек в рэпе кто нравится? Айза. Интерес пропадает, что-либо знать человека, когда он игнорит вопрос. Задавайте нормальные вопросы, я не буду их игнорить. Айза лучший рэпер за последние 1000 лет. Типа после концерта на вопрос, что делаешь, отвечаю, вис. Кек. Левша или правша? Да какая разница? Ну правша. Ну и что тебе это дало? Вот я правша, что? Вот, как изменился твой мир после ответа на этот вопрос? Какие экзамены ОГЭ будешь сдавать? Бро, я их сдал, блядь, 10 лет назад. Такие дела. Прикинь, 10 лет назад. Я все уже сдал. Ой, я видел, что-то там, рукав, сколько стоит сделать рукав, я не знаю, бро. У меня свой тариф. Поэтому я не могу тебе сказать. Откосил от армии? Нет. Не откосил от армии. Я не знаю, что там может шуршать, ребят. Я недавно телефон уебал, может, это шуршит. Ашендема или Гуччи? Читаю, ёпт. Носил брекеты. Как ты могла заметить? Нет. Ты в армии тоже в шапке был? Ёпта, конечно, ебать. Именно так. Привет из Иракос. Как там сейчас дела? В Иракосе. Что играешь на Нинтендо? На какой из Нинтендо? Мне их много. Будешь Мстителей смотреть? Я не смотрю супергеройское кино. Сори. Мне это не интересно. Привет из Магадана. Магадан в обратку. Разок был в Магадане. Забавный город.
Здрасте, здрасте. Ты сбрил брови? Нет. Опа. Видишь? На месте. За босха хафе, ёпта, здорово, нахуй, бро. Я дома, вот в чем. Мэн, как у тебя дела, мэн? Уже второй раз Пем прочитал мое сообщение и проигнорил. Что там за сообщение было? Зачем ты пишешь рэп? Просто так делать нехуй. Если бы твоя жизнь была фильмом, как бы он назывался? Хуй с горы бы он назывался. Иди спать. Не, я человечка жду. Поэтому пока тут. Вы снимали ролик с Трилпилом, именно так мы снимали ролик с Трилпилом. Так. Заебись, зеваешь, круто, братан. Завтра диджей Фэт Ди летит в Майами. А зачем он летит? А ты когда прилетишь? Ответь мне, пожалуйста. Ой-ой. Сложно в Вашингтоне, наверное. Вашингтон, Д.С. Ну-ка, ебать. Чё тут есть, нахуй? Нет, не работает. Ебать. Откуда вставка в треке «Пимпин»? GG News. Запройки. Бля, пиздец, а моё ебало не определяет. Это да. Обидно. Здорово, еблан. Здорово, лох. И тебе спасибо, босс, что заглянул. Слава тебе. Кидаю, как жак.
Вот теперь будем вот так, короче, кайф. Ночь. Такая тема. Я ночной пемп. А брат обнял тебя. Я буду дуть в овцу. Вот так. Да ебать. Почему в апреле в Минск не пригнали? Так вышло. Тебя Джараха вызвал на батл, ну, точнее не тебя, а босс. Ну и все, какие ко мне вопросы? Все вопросы к боссу. Когда выйдет ролик с Трилпилом? Когда выйдет, тогда выйдет. Я откуда? Я почем знаю. Почем купил, зато и продаю. Не будет ли изгоем, ой, изгоем Морти в династии? Вот, короче, я вчера весь день думал, сидел такой, думал, боже мой. Лил Морти, боже. Не будешь ли ты изгоем в мертвой династии? О, черт. Короче, загнался конкретно. Просто жесть. Думаю, бля, как он там вообще выживает в мертвой династии. Просто, короче, охуел, типа. На скейте там катается и все. Я в ахуе. Брат, чё надеть, у тебя лысая башка. Кипарик. У тебя в штанах расклад. Хуй его знает. У тебя проблемы с русским, молдаван. Да, кто-то знает классические рэп-гимны. Я не знаю, что шуршит. Проебал концерт в Ульяновске. Вы еще тут будете? Не ко мне вопросы, бро.
Какой фирмы телевизор? Это реклама. Я не буду говорить этого. Триста человек, ебать, да, пиздец, бро. Я скатился. Раньше было 1500 человек, теперь 300. Как назовешь следующий альбом? Хуй с горы. Хуен. Мне кажется, это лучшее название. Что сегодня делал? Готовил еду. Стоит ли мне пойти спать и проебать твою ебучую трансу? Я думаю, спать все-таки пизже, чем смотреть на меня и на вот этих овец. О, видишь, летит. Вова Соловьев пишет, бро, го совместный прямой эфир, не пожалеешь. Чувак, пишется, пожалеешь, если чё. Но это так, на будущее. Бац. Короче, ладно. Всем мир. Спокойной ночи. Я